Здесь всем надо развиваться. Памуккале в переводе с турецкого означает «хлопковый замок». Но лично мне эти известняковые образования напомнили по внешнему виду огромную цветную капусту. Известняк. Образовались они благодаря термальным источникам с высоким содержанием кальция в воде. Белые травертины, так называют эти известняковые ванны, формируются всего из одного источника с температурой 35,6 градуса. Вода по регулируемому руслу стекает с высоты 60-70 метров, постепенно осаждая карбонат кальция и со временем образует такие чаши. В окрестности находится 17 источников с температурой воды от 35 до 100 градусов. Вода теплая, здесь вообще тепло. Я на середине где-то согрелся, и все, вот я в футболке. Мне жарко, короче. Стало. Сверху, наверное, снова холодно станет. Thank you.
Здесь же, на вершине горы, находятся развалины древнего города Иераполь. Первые постройки появились здесь во втором тысячелетии до нашей эры. Впоследствии город был разрушен землетрясением и отстроен заново. В 60-е годы первого века город приобретает известность в римских аристократических кругах как курорт. В 1354 году мощное землетрясение окончательно разрушило этот город. В Риме они их там, ну, через какое-то время все это вот это здесь денег. И все это идет на, собственно, поддержку всех этих римских фонтанов. Где у меня 50 крош было? 50 крош. Это пол лиры, это 5 рублей. Раскопки на этом месте ведутся с 1887 года. Реставрационные и археологические работы здесь ведутся и в настоящее время. Достопримечательности города включают в себя некрополь, бассейн Клеопатры, Римский театр, храм Аполлона, развалины языческого храма в честь бога подземного царства мертвых Плутона и мартирий святого Филиппа. Население города в те времена оценивается в 95-100 тысяч человек. Из конструкции театра понятно, что здесь проводились гладиаторские бои. Между полой частью и под сценой и рядами сидений есть перепад высот около метра, чтобы защитить зрителей от диких животных. Такой защиты не делали в театрах, где не идут гладиаторские бои. Там ряды начинаются с уровня сцены.
как и во всех древнегреческих городах, здесь также была агора, рыночная площадь, являвшаяся местом общегражданских собраний. До землетрясения 60-го года нашей эры здесь располагались некрополь и различные промышленные предприятия, о чем свидетельствуют печи и свалки керамических отходов производства посуды. В течение II века нашей эры на этом месте была создана одна из самых больших площадей Малой Азии и всего античного мира, около 170 метров в ширину и 280 в длину. Начиная с 1979 года, очистка площади от построек и коллювиальных отложений гравия до исходного уровня позволили определить размеры агоры. Пройдя дальше по улице Фронтиния в сторону северной части города, с правой стороны можно увидеть здание общественного туалета. Само здание пострадало от землетрясения, но его удалось практически полностью реконструировать. В здание можно было попасть через две боковые двери. Комната разделена в продольном направлении рядом колонн, поддерживающих крышу, из травертиновых блоков. Это здание было построено в конце 1 века нашей эры. Ворота Фронтиния – это вход в город, на улицу Фронтиния, которая пересекает все поселение. На противоположной стороне улицы были также ворота. Северный некрополь – территория, расположенная за городом вдоль подъездных дорог и простирается почти на 2 километра. Сохранились несколько погребальных сооружений, относящихся к разным периодам. Курган 1 века нашей эры с погребальной комнатой внутри. Бомос 2 века нашей эры – прямоугольное здание, внутри которого расставлены погребальные ложи. Саркофаги. На нескольких из них есть надписи на древнегреческом языке с указанием владельца и правил пользования гробницей.
По Муккале лучше всего ехать минимум на 2 дня, чтобы не спешить и обойти все достопримечательности, так как путь из курортных городов достаточно долгий. Например, из Анталии дорога займет 4,5 часа в одну сторону, а из Фетхие 3,5. Мы уложились за день и, конечно же, обошли не все.